Сезонность. Дамы и господа, я думаю, понятно, но многие тоже не учитывают. Что это значит? То есть сезонность – это как вариант новогоднее поздравление, либо тосты. Они сейчас никак вообще, но если вы хотите продвигать свои товары, допустим, или торговать там, допустим, фейерверками там, да, в этом формате, там все в этом, да, лучше делать сейчас, потому что когда на пике сезона, все будут делать про это. Например, если вы сейчас, когда на улице там плюс 15, начнете делать обзор новогодних украшений и делать ролики о том, как украсить елку, то со временем, когда будет сезон, высокий сезон, ваши ролики хорошо зайдут. Но уже 31 декабря, там, в 10 часов вечера, это будет тыква, да, как у Золушки. Она раз, потому что уже это пример с елками, вот очень хороший пример, когда мы, у людей наступает хапун, они начинают покупать елки там с 25 декабря по 30 декабря, елки покупают прям хорошо там, да, там за бешеные деньги, там люди покупают там какие-то очереди там туда-сюда, и уже эти елки 30 там или там 1 января уже никому даром не нужны. Это уже хлам, который надо куда-то утилизировать. Они нельзя их посадить назад в землю, и поэтому сезонность тут очень важна. Надо, или надо понимать сезонность, если вы делаете свадебный канал или там про невесту, там есть тоже сезоны, когда всплеск есть свадеб и есть тишина там по свадебным традициям там по всем, да? То есть есть сезонные, а есть несезонные. Ну или допустим отдых или какой-то посев. Очень часто, что значит посев? Кстати, мы будем делать целый стрим потом, потому что многие, я так понимаю, что многие не знают, что такое посев. Если мы сейчас начнем делать канал садовода и огородника и готовы его к сезону, к весне, то он выстрелит у нас весной. А если мы начнем делать, и то есть у нас сейчас не может быть много просмотров по этим запросам. Как садить рассаду помидоров, ну не люди в декабре не смотрят рассаду помидоров. Но уже в марте будет хороший всплеск. И опять в июне будет завод. Есть такие каналы, они сезонные, но вполне себе хорошо. Это под бизнес.